Ха-ха-ха-ха, ща мы на тебя посмотрим, на красавчика. Ладно, ладно. Я сейчас сдохну, чувак. Кольцо Тора. А что это колечко делает? Я не знаю. Это колечко Тора делает новую руду. Всем привет. Запускаю генератор рандомных модов. Итак, сегодня у нас Breeding Hearts. Размножение животных. И снова всем привет, дорогие друзья, Йолу-Лошка, и добро пожаловать в рандомные приключения, привет, Флаг-Джикей! Ау-сап, ребята, всем привет! Сегодня, да, вот это. Наконец-то, многие дождались. Мы будем переодевать Флаг-Джикея. А ну-ка, покажи, какая броня сейчас на тебе. Давай, показывай. Ну, классная, мужицкая, прям большая, вот такая. Хорошая броня, да? Ну, примерно как у меня, короче, да, вот примерно одно и то же, если так посмотреть. Мужик просто самый настоящий. Не то, что ваши мобои вот эти вот. Так, в общем, прямо сейчас мы будем переодевать тебя в звездного идола. И чтобы это сделать, нам понадобится найти полный сет моностали. Это, по сути, просто железо, вообще, да? Вообще изи. Да. Далее нам понадобится моноткань, а это мононити. О, те самые. То есть вот это, да? Да. Что, откуда у тебя... 29? Я вот, знаешь, да, в конце предыдущей серии просто взял такой чик-чик-чик. Понятно, понятно. Ну, красавчик, молодец. Только знаешь, какая проблема? Этого мало. Я тебе сейчас скажу, нам нужно 32 умножить на 4, это 2 стака. 2 стака мононити надо. А, ну то есть вообще без проблем. Мы берем очень много паутины, которая у нас где-то есть в сундуках. Нету, я уже проверял. Давай попробуй найти. Серьезно? Да. Это огромная проблема, дружище. У нас, по-моему, нету спавнеров никаких пауков. А! Что делаем? Как будем-то? Ну, есть, знаешь, вариант. Давай. Либо мы отправляемся в кеверн и убиваем там пауков, либо мы делаем небольшой спавнер. Спавнер пауков? Да. Не, ну слушай, второй вариант покруче, потому что мононити нам в будущем, я уже смотрел, понадобится не только для этого сета. Что? Стоп. Что? А теперь посмотри на шерсть и использование шерсти. Ну-ка, пишем шерсть, нажимаем, и в итоге... Ну, тут много всего, дружище. Посмотри, монопул. Да ладно! Можно обратно переделать, серьезно? Да, с помощью алхимического катализатора. Да. По-моему, он у нас где-то здесь валяется, да? Во! Он прямо под этим блоком. А, нет, ну и как это... раз таки... Стоп, это терракатализатор. У нас алхимического, оказывается, тупо нет. Все это время, столько серий. Ну все тогда, давай сделаем алхимический катализатор. По-любому. И просто всю шерсть, да? Смотри, понадобится жизни камень, далее золотой слиток, жемчуг маны и зельеварка. Жизни камень у нас уже присутствует, поэтому просто забираем. Зельеварка у меня, ты где? Я дома, я дома. Рококошечка, на. Спасибо. Это тебе еще. Не, золото у меня уже есть, так что не парься. Мы все это соединяем и получаем алхимический катализатор. Теперь нам нужна шерсть. Самая обычная. Надеюсь, то, что ты ее найдешь, а я пока что поставлю это куда-нибудь сюда. Стоп! Подожди. А я могу это прям поблизости поставить? Ну-ка. Нет, это так не работает. Надо прямо под блок. Подожди, а где спавнер овец? Спавнер овец прямо под нами, по-моему, здесь. Ну-ка проверь. Нет, я же его отрубил 2 серии назад, погоди. Во-во-во, у меня камень прямо в руках. Прямо сейчас мы Всё, его запихиваем, давай. Но перед этим надо кровавую чародейку убрать. Вот этот цветочек убери, пожалуйста. Молодец, теперь забираю. Я ставлю. И ждем. Опа, овечки, здравствуйте. Нам нужна самая обычная шерсть. Но что-то пока что, блин, у нас появляется только черная, серая. Подожди, ты уверен? Давай да. Попробуем. Ну попробуй. Вот сюда, если что. Угу. Все, просто кидать. Угу. А, да, смотри. Реально все работает? Легко. Да, любая шерсть. Прикольно. Все, тогда смотри, нам надо 2 стака нитей. Половина у нас уже есть, получается еще 1,5 стака. А это надо убивать и убивать. Спасибо за ожидание. 2,5 стака мононитей готово. И вы, наверное, задаетесь вопросом, а зачем мы вообще все это делаем? Почему мы Флаг-Джике хотим переодеть? На самом деле... Я не хочу. На самом деле мы и правда это делаем не просто потому, что захотели посмотреть на Флаг-Джике в костюме с юбочкой, а потому что мы собираемся активировать ему корону. Вот эту корону, которая позволяет нам, знаете что, уменьшать урон в 2 раза. Давайте я продемонстрирую. Ну-ка, стойка. Вот смотрите. Я не могу его пробить вообще. Но это, кстати, заслуга не только короны, но еще и террозащитника. Вот видите, меня Флаг-Джикей бьет, и этот террозащитник напрягается. Когда напряжение будет на максимуме,
Вот оно нарастает, нарастает, Флэкджикей будет меня пробивать. И тогда в бой вступит супер корона. Давай, осталось чуть-чуть. Во. Всё, он меня вообще не пробивает. По одному дамагу. И своим офигительным мечом. Да, и если я прямо сейчас уберу хотя бы один предмет из своего сета горничной плеяды, он меня будет пробивать. Давай попробуем. Ух. Хорошо, хорошо, просто начал пробивать конкретно. Так, стоп, 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 хватит, хватит, хватит. Можно еще? Нет, ладно. Все, хватит. И вот именно поэтому мы и хотим сделать один из двух сетов, потому что эта супер корона работает только при комплекте звездного идола или комплекте брони боевой горничной плеяды. Так что все, что мы делаем, это не только ради того, чтобы покрасоваться. Уж точно нет. Так, короче, мононить готова. Давай прямо сейчас мы это все соединяем. И та-да-да-дам-та-дам. Полстака моноткани. Забирай. Отлично. Я так понимаю, эту моноткань я просто обертываю вот в это, да? Да-да-да. Прямо сейчас делай. Все, хорошо. Сейчас мы на тебя посмотрим. На красавчика. Ладно, ладно. А я пока сделаю чик. Совсем другое дело. Ну что у тебя? Давай. Не паникуем, просто так, делаем. Ладно, начинаем. Вот так. Так, едем дальше. Так. Юбочка, юбочка здесь, да-да-да, молодец. А, вот она, юбочка. И... Боже мой. О, боже. Что за ужас? Это... Бляха, бляха. Я еще ачивку получил. Это... Я сейчас сдохну, чувак. Шипай. Кошачий танец. Экипируйте комплект брони звездного идола. Так, короче, давай посмотрим, чем она отличается от моего костюма горничной плеяды. Смотри, у меня дается большая регенерация, у меня дается сродство с маной, у меня дается суперсила, когда рука пуста. Вот так вот, а у тебя? Что? Что, что? У меня ничего такого нет. Чё? В смысле? Не понял. Просто сет. То есть? На, посмотри. Что? Это что, говно, что ли? Да ладно. Это просто... Это тупо декорация, лол, серьезно. Да я сам как декорация. Подожди, а ну-ка, дай-ка мне, пожалуйста, корону, я попробую. Так, сейчас даю корону, даю тебе весь этот твой сет. Подожди, стоп, я корону могу держать? Корону ты должен надеть. В бижутерию, не парься. Отдаю тебе ботиночки и посмотрим, что в итоге я буду пробивать флэкджикею. Чувак, это бред. Это бред полнейший. Ну-ка, давай прямо сейчас попробуем с моей броней. Вот, надевай ее. Еще это должен надеть. Бляха-муха, это просто пушка. О, смотри. А за горничную плеяду дают намного лучше ачивку. Наркотик из золота. Так, ладно, попробуем. И... Вообще почти не пробиваю, дружище. Что это такое? Ну-ка, дорогой мужик. Получай. То есть ты девочек еще бьешь, да? Я так понял. Не-не-не, погоди. Забирай, нет, забирай. Оказывается, твоя броня — это тупо декорация. Ну смотри, там кое-что написано, прочитай, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Улучшенная версия брони из моностали. Она дает владельцу высокую скидку на ману. И все. Пипец, так погоди. А как крафтится вот эта броня? Сейчас проверим. Ну конечно, лол! Здесь нужен слиток духа Гаи, золото Рейна и даже кираса из Тирастали. Следовательно, тебя придется снова переодеть. Только на этот раз в мою броню. Вот это я не знаю, можешь выкинуть, можешь оставить, можешь еще что-нибудь сделать. Андрею. Андрею оставить. Точно! Вот его я точно разукрашу. Не, ну получается, смотри, прямо сейчас нужно сделать полный сет из Тирастали. Это, в принципе, без проблем, учитывая то, что у нас все ресурсы есть. Далее нам нужно найти золото Рейна. А это... Ема, дух Гаи. Нет. Я понял. Нам придется убить Гаю. Так что давай, надевай свой старый сет и пойдем на третий уровень. Внимание, у нас проблема. Я умер, Флэкджикей умер. Но это не связано с тем, что мы резко стали нубами. Это связано с тем, что оказывается клинок, который называется мана-лезвие у Флэкджикея, не работает против Гаи третьего уровня. То есть меч просто выпадает. Монтажер, покажите, пожалуйста, как мы это узнали. Ты уже меч забрал. Кстати, я заметил, что если у тебя забирает, то у меня не забирает. Я не могу подобрать его. У меня он просто выпадает. Этот меч нельзя, прикинь. Чё? Да-да-да, мы узнали это прямо во время битвы.
И вот он, кстати, этот клинок валяется. То есть могилка Флэкджикея. И Флэкджикей, кстати, вылетел. Поэтому сейчас немножко дождемся. И, по всей видимости, придется сделать новый меч. Вот черт возьми. Да, и скорее всего это будет Экскалибур. Уф, ни хрена себе ты. Экскалибур, серьезно? Ну да. Но просто он создается-то дорого. Тут понадобится медаль за героизм. Так ты как раз сейчас будешь убивать Гаю. Ты хочешь, чтобы я один его убил? Ну ты же соло можешь. Ну по сути-то да. Короче, мы сейчас убьем и раз, два, три. Пип. Осталось совсем немножко. Давай, давай, давай. И конец. Е-бэйби, получилось! Ты, кстати, где все это время? Там наблюдал? Да, да, да. Здорово, ящик Пандоры. И мы его, конечно же, открываем. Нам дается куча сумочек. Слушай, у меня переполненный инвентарь, поэтому открой, пожалуйста, за меня. Вот тебе сумочки. Так, смотри. Да? Медаль за героизм я бы хотел, чтобы ты потратил на мой Экскалибур. Но ты его должен сделать, потому что если скрафчу я, это будет привязано к моему персонажу, и в итоге у меня будет просто два Экскалибура. Понял, принял, хорошо. О, хорошо, да-да-да-да-да. Вот эти слитки понадобятся, еще души Гай выпали. Скажи, что да, пожалуйста. Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. И поехали. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. И нет. Не выпали? Ни одной штуки? Ни одной. А мы ведь ради них и шли на Гаю. По всей видимости, придется убивать второго уровня. Это вот этот. У меня же все нормально. Да-да-да, это супер простой Гай, это вообще изичный. То есть его сейчас убить будет без проблем. Последний удар и бабам. Ой, бабам. Найс. Вот с него, по идее, души точно падают. Давай проверим. Что, меч? С него выпал гребаный меч? Посмотри. Какой? Ну какой-то из моносталь вроде бы. А, ты посмотри, с него же еще кости судьбы падают, да, я совсем забыл. Да, вижу. У меня, кстати, этот меч заряжается. Так-то, давай-давай-давай, открываем кости судьбы и в итоге... И бам! Я не могу открыть. Я потому не что могу. Это твои, давай поменяемся. Подожди, а почему я урон не получаю? Не знаю, странно. Может быть, потому что на нас крутая броня? Ты первый раз подбираешь? Чего? Ты ни разу не подбирал кости судьбы, у тебя же вроде я уже подбирал. Были. Да, ну, ты ладно, открывал, странно. Я помню. Ты понимаешь, что это? Нет, но это какое-то колечко. Кольцо Тора! А что это колечко делает? Я не знаю. Это колечко Тора делает новую руду. Чего, серьезно? Да. Ну-ка, подожди, я открываю себе, и у меня... Что? Кольцо Тора? Да. Это какой шанс, то, что нам выпадет одно и то же? Жесть. Так, ну-ка, на-ка. Будьте вознаграждены кольцом Тора. А, ну тогда... Это ачивка именно к этому колечку. На костях выпало 4. Вы замечаете, что это число превращается в нечто другое. Так, хорошо, кольцо Тора, надо сейчас о нем прочитать. По идее, вот здесь это можно сделать. Стоп, что? О нем нету никакой статьи? Так, это супер странно, потому что о нем реально нету никакой статьи. То есть мы даже не можем понять, зачем это колечко нужно. Ладно, в любом случае, я думаю, мы поймем чуть позже. Самое главное, это духи Гаи. Ну-ка, у тебя есть? Нет. У тебя нет душ? У меня нету душ. Ну, у меня 28. Я просто подумал то, что и тебе тоже выпало. А, не-не-не, у меня вот это выпало. О, неплохо. Крафтите со шлемом из стирастали. Но, по-моему, на вот этот головной убор не получится наложить. Давайте проверим. Эх, обидно. Ну, короче говоря, это бесполезная штука. Смотри, раз уж у нас появились души Гаи, мы проверяем, как это все создается. Нам, по идее, надо 12 душ. Да, смотри. Здесь используются 2. Далее, здесь используются 2, а здесь по 4. Получается 12. Подожди, опять нужно мононить? Ну, у меня 34 штуки есть. А, все, отлично тогда. Ну, как тебе сказать? Нам надо еще чуть-чуть побольше. Но я думаю, то, что это раз, два, три, пип! Еще раз спасибо за ожидание, и мы создаем. Флэкджикей, прямо сейчас с твоей террасталь брони слетят все зачарования. Ну, я немножко опыта поднакопил, поэтому нормально. Хорошо, создаем первым делом кирасу. Потом то же самое делаем с головным убором. Остается юбочка и ботинки. У-ху! Готово! Как же это отчасти ужасно, но... Но надо, надо. Иначе мы не сможем сразиться с самой лучшей, самой сильной, самой, ну, получается, опасной правительницей пустоты. Теперь, когда у тебя есть такая крутая броня, ты, по всей видимости, ее заряжаешь, зачаровываешь. Да, мы должны сделать тебе меч. Потому что, оказывается, твое монолезвие не работает против Гая 3 уровня и выше. Эх, получается, смотри, Экскалибур, да, мы создадим тебе? Ветка из древесины, тиролезвие и медаль. Медалька у меня есть. Нужна, получается... Тиролезвие еще нужно, я же сделал другое. Но у меня моносталь есть, поэтому не проблема. Мне нужна только палочка. Теперь, Флэкджикей, подойди, пожалуйста, сюда, потому что, опять же, я не могу тебе скрафтить Экскалибур. Вот тебе тиролезвие, вот тебе медаль за героизм. И, по идее, сейчас ты должен добавить только один ингредиент, это древесина мечтаний. По-моему, жизни дерева надо просто в портал закинуть, и тогда получится древесина мечтаний. Ну-ка. А ну?
Нет, это не так работает. Именно блоки, вот эти. Ты просто так им подарил. Ну тогда давай блок достану сейчас. Ничего страшного. Эльфы столько всего для нас сделали прекрасного. И у тебя появляется два блока. Теперь ты это соединяешь, получаешь палочку древесины мечтаний. Правильно? Правильно? Да, все верно. Теперь это все соединяю и получаю Экскалибур, который привязан только ко мне. Наконец-то! У нас будет два суперклинка. Охренеть! Как мы будем выносить гайд третьего уровня, мне интересно. Я думаю, быстро. Самое главное тебе сейчас это все зачаровать. У тебя сколько левелов? 354. Я еще хочу Витая немножко проапгрейдить, поэтому нужно очень много уровней. Посмотри, господи. Как красавец. Ты тут надел, серьезно? Да. Нормально, молодец. Ой! Не то сделал. Так, ты у нас тут заряжаешься, зачаровываешься. Красиво. Ой, какой. Ну такое. Да не, надо нормально. Надо побольше. Витаю, у меня все, у меня уровни заканчиваются. Сколько у тебя строчек хп? У меня 8. Ну, у меня пишет 9, но скорее всего сейчас это все переработается обратно и будет 6. Угу. Только смотри, пока что у тебя нет супер короны. Сколько я тебе сношу? Давай проверим. На! Что? Ну-ка. Уже раз. Мало! Смотри, а броня-то реально офигеть, крутая. Да. И самое главное, ты быстро регенерируешься, потому что здесь так и написано. Большая регенерация против правительницы пустоты. Это, по-моему, очень даже неплохо. Нравится, кроме внешности. Остальное все отлично. Да, и мы самое главное даже эту внешность отключить не можем, потому что нету такого мода, не выпал нам рандомно. Значит так, смотри, прямо сейчас ты зачаровываешь свой меч, а я создаю тебе супер-корону, чтобы тебя точно никто не пробил. Так, розовый бутон. А, нам же нужны светло-серые лепесточки, точно. Блин, а они выпали, интересно, когда я убивал Гаю? Да, там что-то было, но мы не подобрали, мы забили. Не, я подобрал. У тебя есть? Но светло-серых нет. Фак! Так, проверим, что у нас здесь. О, моноткань валяется. И слиток духа Гая, нифига себе. Нам нужен вот этот цветочный мешочек. И здесь у меня... Черт! Мало. Всего лишь 2 лепесточка. Надо еще 6. Слушай, есть такой вариант. Мы можем убить еще раз Гая и попытать счастье. Открыв ящик Пандоры. Либо найти цветочки и добывать. Либо... Ты не знаешь? Нет. Порошок зеленый. Ой, не-не-не-не, это точно пас. Не хочешь? Тебе лень? Да, не лень. Понял, принял. Ну ладно, тогда... Раз, два, три. Пип! Все готово, дружище. Супер корона у меня. Хочешь ее? Хочешь? Конечно, хочешь? Стоп, а именно я ее должен был крафтить или ты? Подожди, проверим. Не, все нормально. Ты можешь ее тоже забрать. Господи, всё, я испугался. Супер. А, мы же в начале серии проверяли. Ты надевал мою корону. Ну да, точняк. Надевай. О, теперь я тоже король, конечно, вместе с этими ушками, но. Да, ну нормально, ладно. Нормально. Теперь давай попробуем друг друга убить. Давай. Не, получай. А, получай. У меня 10 строчек. Что? 10 строчек! Погоди, у тебя настолько супер быстрая регенерация, что я тебя бью, и ты прям сразу регенерируешь, и я тоже, кстати! Я хочу на Гай проверить, давай попробим, давай просто максимально быстро попробуем. Попробовать надо. Как раз у меня тут есть сфера природы, выкидываем всякие ненужные прибамбасы, и... Бу-бум! Ага, какие-то предметы тебе запрещают это использовать. Какие? Внеземная красота запрещена. Ну точно, там у меня, оказывается, плоть валялась. Поехали. Фу, ну чё? Гая третьего уровня, ну чё, пробьешь нас, а? Получится у тебя или нет? На самом деле, сейчас я даже ускорять не хочу. Я хочу реально, чтобы все заметили, пробьет он или нет. Так, и давай как раз таки посмотрим на этих миньонов еще, как мы быстро убьем их. Смотри, мой красный, всегда мой красный. Это первый миньон, которого я буду убивать. Угу. Смотри, может достаточно хорошо, все, понял. Убиваю. Миньоны. Так, где красный? Красного нет, красного а вот он, вот красный. А, выпал меч, где он? Вижу. Все нормально. Все, убил одного. Я троих убил. Еще, все? Да. Четко мы просто очень быстро разбираемся. Блин, а ты представь... А, нет, я подумал, что если будет еще Андрей, то это он будет сложнее тоже. Да, тут Гая проработанный. Чем больше игроков дерется, тем сложнее босс. На мины главное не вставай, это очень важно. Да, я тебя случайно ударил даже. Ну ладно. Ну смотри, вообще просто. Живем и живем, не чувствуем практически. Просто вот бесит то, что телепортируется и все так. Миньоны. Да. А да убил уже. Охренеть, как быстро. Меня сейчас убьют! У меня одна строчка! Две строчки! Фаак! Ты умер? Я так. Умер! А, 4 хп! Так, сейчас! Что? Ой, я случайно подобрал! А, твое подобрал! Нет! Нет! Блин, там меня задница! Меня все бьет! Черт! Форс-мажор! Ладно, беги! Забегай! Ты не можешь забежать, да? Не знаю, я как бы могу попробовать, но если там миньонов не будет... Могу. Меня притянуло сюда, что? Я постараюсь быстрее справиться до миньонов. Подожди, а меня притянуло и самое главное не спускает вниз. Что за бред?
Эй, спустите где меня! Где ты? Пожалуйста. Я вверху! Флэкджики! Кто спустил собак? Давай, 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 давай! Там миньоны вроде бы появились, две миньонов! Красный, красный, где есть? Я вижу красный! Красного обязательно убивает, а тупой миньон прям. Ты можешь, наверное, убить Гаю, попробуй! Просто регенерация и бей, регенерация и бей! Все, последний, 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 последний миньон! Нормально, все, лови меня! Как только убьешь Гаю, лови меня, пожалуйста, лови! Вы без сознания. Слушай, а где я валяюсь? Где? Ты можешь меня поднять? О, вижу. Твое все бьет меня. Возьми. Спасибо. Твой ящик Пандоры. Так, вот это твое, все твое, забирай, пожалуйста. Спасибо. Не, ну ты прям. Все дубасит. Смотри, ты теперь можешь справляться с этим боссом. Круто. Ты мне что-то свое отдал. Что? Ты мне что-то свое отдал! Зачем? Подними меня, пожалуйста. Сейчас опять поднимать. Нокнули тиммейта. А, фак, фак, фак. Походу, ты Экскалибр мне свой отдаешь. Стоп, что? Что? Я твоим бил все это время! Представь, я твоим бил все это время! Ящик Пандоры мой отдай и забери свой. Так, вот это мое? Да, это мое кольцо Тора, оно меня не бьет. Вот это твое? Все, мне ничего не бьет. Вот это мой ящик Пандоры? Нет. По всей видимости, дали только... У меня два ящика Пандоры? Наверное, потому что ты убил... Типа за двоих игроков, понимаешь? Ну тогда давай. Пау-пау. Ну да, две медальки, это очень хорошо. И эти медальки мы потратим уже в следующей серии. Вот эти мешочки, которые в руке у Флэкджикея. В руке у Флэкджикея. Вот такие, вот такие, вот такие классные. Мы откроем тоже уже в следующей серии. И самое главное, не забывайте про лайки, подписки и ня-кавай. Да, и зовите друзей, пожалуйста. Если вы здесь впервые, то можете подписаться, поставить лайк, позвать друзей. А с вами были Лололошка и Флэкджикей. Ня-кавай, всем удачи, пока!